окружающего пространства откладывается в подсознание и немало способствует душевному благополучию. Здравствуйте! Сейчас несколько слов о мировом разделении труда. По ходу одного из оживленных споров в моем живом журнале некий мой оппонент отметил: джинсы шьют в Китае за $2, а продают в Америке за 20. Значит, основную выгоду от китайского труда получает Америка. Рассуждение укладывается в часто цитируемую мною американскую поговорку: «Доллар тому, кто придумал, 10 тому, кто сделал, 100 тому, кто продал». Исходя из обычных заработков американских дизайнеров и количества продаваемых джинсов, полагаю, автору очередного фасона рабочих штанов достается из $20 вряд ли заметно больше 20 центов, что соответствует поговорочному раскладу. Сверхприбыль, упомянутая моим оппонентом, идет перекупщику плодов творчества, обладателю торговой марки, в рамках юридически противоречивой категории «интеллектуальная собственность», а подлинный творец, как всегда, живет на подачке богача. Препятствия, поставленные интеллектуальной собственностью на пути развития человечества, я исследовал уже не раз, и возвращаться к этой грустной теме придется еще неоднократно. В процитированном же высказывании меня заинтересовало другое. Кто на самом деле получает от китайского труда наибольшую выгоду? Ну, для начала разберемся с самими китайцами. Они действительно сделали своими руками или купили у других производителей ткань, пуговицы, молнии, клейма. Все это шили вместе под бдительным надзором представителей заказчика. И за все это получили из-за рубежа сумму, примерно соответствующую их уровню жизни. Скажем, те же $2. Все по Марксу, товар, деньги. С американцами вроде тоже ясно. Тот, кто продал там джинсы, действительно получил в соответствии с местным уровнем жизни 20 долларов или 200 за особо раскрученную марку. Из них он $2 отдал китайцам и получил 18 или 198 чистой прибыли. Ради такой выгоды нынче почти все материальное производство из Соединенных Государств Америки, а немалая доля и из Европейского Союза, выведено в Китай и прочие регионы сверхдешевой рабочей силы. Но кто отдал предприимчивому американцу свои $20? Очевидно, другой американец. С точки зрения всей страны, деньги перекочевали из одного кармана в другой. За вычетом $2, отданных трудолюбивым китайцам. Это чистый расход, и его еще надо возместить доходами. Возместить не получается. СГА уже не первое десятилетие живут в долг. Страна в целом потребляет в разы больше, чем производит. Разницу не покрывают даже лицензионные отчисления от производителей товаров, разработанных американцами, обладателем интеллектуальной собственности. Только массированное привлечение все новых инвестиций извне позволяет как-то сводить концы с концами, да еще выплачивать какие-то дивиденды прежним инвесторам. Привет им от Мавроди с Медоффом. Основным же источником покрытия американских расходов остается Федеральная резервная система. Пока ее печатная продукция используется для взаиморасчетов большей частью мировой торговли, и избыточная эмиссия порождает не столько внутриамериканскую, сколько общемировую инфляцию, понемногу удушая всю мировую экономику и тем самым сохраняя относительную привлекательность американского рынка по сравнению с прочими. Даже если принять во внимание не только американских потребителей, но и прочий мир, картина неизменна. Все платят Китаю, он на всех зарабатывает. Теперь Китай, судя по всему, не разорится, даже в случае банкротства всех своих нынешних потребителей. Уже накопленных, пусть и откровенно нищенских, долларов за джинсы и прочие бесчисленные поделки для всего мира ему хватает, чтобы заняться раскруткой своего внутреннего рынка. Так что в скором будущем случится одно из двух. Либо китайский производитель джинсов начнет получать за них $20, либо китайский же потребитель будет за них платить 2.
Неравномерный переток средств со всего мира в Китай может и прекратиться. Сам Китай сможет впредь держаться на внутренних ресурсах, оставляя внутри себя все произведенное. И ни в коей мере не пострадает от того, что не будет получать за свои усилия новые бумажки, уже давно символизирующие не столько товары, которые за них можно купить, сколько красивые финансовые схемы, по которым их можно нарисовать в любом желаемом количестве. Потому что, как и во времена создания трудовой теории стоимости, ныне рьяно отрицаемой экономическими гуру всех расцветок, и многие тысячелетия назад, все богатство человечества создает труд, а не заклинание жрецов, как бы ни назывался их храм. Хоть Вавилонская башня, хоть Нью-Йоркская фондовая биржа, хоть высшая школа экономики. Словом, не зря Евгений Онегин бранил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Американцы же, забыв очевидные хозяйственные истины в пользу миражей финансового рынка, оказались в положении Онегина-старшего. Отец его понять не мог и земли отдавал в залог. Долг Соединенных Государств Америки уже давно заведомо непосилен для отдачи. Именно потому, что слишком многие там надеялись, отдав за рубеж $2, выручить на этом 20. Таков краткий очерк обширной картины. Еще увидимся.